Например, сезон открыли спектаклем «Идиот». Он раньше шел на малой сцене театра нации. И это по Достоевскому, но это клоунада. И поставлено это режиссером Максимом Диденко, у которого свой взгляд на Достоевского. И это Достоевский «Идиот», клоунада. Но так вышло, что мы должны были сыграть это на большой сцене. И теперь мы будем всегда играть на большой сцене, и я очень горжусь этим. А новые роли будут? Вы что-то ждете какой-то новый репертуар? Я никогда не говорю о планах. Да? Какой кошмар! Это же ужасно! Знаете, не хочет знать, где хорошо цирк, «Идиот». «Идиот». Вот сейчас сам туда. Вчера я сыграла спектакль Жанна. Нет, позавчера. Позавчера. Вот у меня в театре три названия. Я всегда очень занимаюсь вопрос, как актеров-многостаночников, которые и театральные, и киноактеры, куда их больше в какие периоды жизни тянет. Или это равно?